Порядка 500 казахстанских стоматологов и лор-врачей учат выявлять опухоли головы и шеи на ранних стадиях. В рамках Европейской недели ранней диагностики рака семинары проводят ведущие онкологи Казахстана и России. Встречи уже прошли в Алматы, Караганде, Усть-Каменогорске и Астане. С 1 августа в этих городах на базе онкодиспансеров начнутся скрининги. Пройти бесплатное обследование сможет любой желающий по предварительной записи по телефону горячей линии. По словам организаторов, обучение врачей смежных специальностей диагностики онкологических болезней повысит шанс на излечение пациента. Отмечу, что ежегодно до 800 человек в Казахстане становятся на учет с диагнозом злокачественного образования. Рак головы и шеи в общей структуре онкозаболеваний занимает 6-е место по распространенности. На 1-м рак кожи. Это все носит характер континентального масштаба. Это континентальная акция. Она проводится каждый год в течение недели. Это объединяются как раз таки врачи разных специальностей. Вот самая главная задача скрининговой акции – это просмотреть как можно больше, охватить как можно больше населения, с одной стороны, а с другой стороны повысить эффективность выявляемости. Самое главное – вовремя увидеть, распознать, а еще в идеале вообще и предупредить болезнь. И тем самым сохранить жизнь, здоровье в прямом смысле лицо человека.